вечер, уважаемые любители футбола. Это Краснодар, стадион Академии одноименного клуба, и это Мелбет Первая Лига. Но у нас игра началась. И он, я думаю, нам сегодня их продемонстрирует. Красивый пас Опекова между ног. И вот Халназаров уже в штрафной, уходит от Григолавы. Простреливал вдоль ворот. Там Самко готов был уже этот прострел. Самко. Хорошая передача на Халназарова. Тот в касание. Какой же момент был у Григория Жилкина. Левый защитник. Помните, как несколько минут назад он оказался... Удар по воротам. Очень опасно. Подставлял по хоккейному ногу, как клюшку, Халназаров под удар Самко. ...62,8, почти 63%. Сельдяков возвращает эпизод назад. Это не разбег такой 15-20-метровый, то, скорее всего, будет бить не он, а Ткачев. И забивает. Забивает Сергей Ткачев, аккуратно положив мяч над стенкой. И как-то пассивно в этом эпизоде, как мне кажется, действовал голкипер Краснодара Станислав Акацев. Но вот сейчас может контратака получиться у Туликов. Панченко бить не стал. Передача на Луценко. Удар по воротам 2-0. Евгений Луценко воспользовался своим шансом и аккуратно уложил мяч в дальний угол. Ставпец на свободное место. Выход 1-1. Панченко еще должен становиться 3-0. Так и есть. Свисток, который финализирует этот матч.